И заключительный номер в этой номинации «Арт-фехтование. Дуэт. Античность». Студия артистического поединка «Виват. Город Кемерово». Федор Бадянский, Дмитрий Кондратьев. Постановка «Компьюнус». Выступление бродячих фехтовальщиков. Историческая справка на бродячие фехтовальщики. Выступали обычно на судебных поединках, но если таковых не имелось, просто бились на потеху публики. Пожалуйста. Закончены. Результат вы можете наблюдать на информационном табло, но у нас объявляется 10-минутный перерыв. Это действительно нужно переварить.